Конгрессно-выставочном центре «Патриот» завершил свою работу межрегиональный форум «Московская область. Территория развития детского отдыха». Главной темой стала подготовка детских лагерей региона к летнему сезону. Участие в обсуждении приняли руководители лагерей, представители органов местного самоуправления и министерств. Организаторы детского отдыха вновь смогут сами определять направленность своих смен. А в лагерях подведомственных Министерству социального развития Подмосковья проведут патриотическую работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.